Узнайте все о материнском капитале. 23 января для жителей Амурского района будет работать телефонная горячая линия. С 1 января 2014 года размер материнского капитала составляет почти 430 тысяч рублей. В Хабаровском крае более 41 тысячи семей стали владельцами государственного сертификата на материнский семейный капитал, а более 14 тысяч семей уже им распорядились. Какие возможности предоставляет материнский капитал и как семье реализовать свое право на получение этих средств? 23 января для жителей Хабаровского края будут работать телефонная горячая линия. Кто имеет право на материнский капитал? Когда и на какие цели семья может потратить материнский капитал? До какого срока действует закон о материнском капитале? Что необходимо знать, чтобы погасить материнским капиталом ипотечный кредит? Как направить материнский капитал на оплату обучения ребенка? Какие документы необходимо предоставить, чтобы направить материнский капитал на оплату содержания ребенка в детском саду? Какие особенности направления материнского капитала на строительство индивидуального жилого дома собственными силами? На какие сроки пенсионный фонд перечисляет средства по выбранному направлению? Получить информацию можно по телефону горячей линии 23 января с 9 до 17 часов. Специалисты Пенсионного фонда России дадут консультацию каждому позвонившему. Телефон горячей линии. Управление Пенсионного фонда России в Амурском районе 2-63-55. Звоните и узнавайте все о материнском капитале.